Автопарк Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия пополнился 4 единицами спецтехники. Такой подарок муниципальному учреждению сделало правительство Московской области. На днях глава городского округа Владимир Ружицкий провел выездное совещание с коллективом и руководством предприятия. 99 единиц специальной дорожной техники и 190 работников. Таков на сегодняшний день арсенал Люберецкого ДЭП. Сейчас предприятие работает в обычном режиме, но в случае сильных снегопадов на дороге городского округа готов выйти весь трудовой коллектив. Сегодня, видите, люди работают и живут в социальных сетях, всяких, вы знаете, там, Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, поэтому им надо сразу, быстро, сейчас. Тут, видите, город, Москва рядом. Хотят, как в Москве. Мы же можем делать, как в Москве. Сделать, как в Москве, поможет современная техника. В этом году автопарк Люберецкого ДЭП пополнился 2 тракторами, снегопогрузчиком и мини-погрузчиком. Как и в прошлом году, новое оборудование закупили за счет бюджета Подмосковья. Снег выводится за последние 2 недели. 3000 кубов уже вывезли. А куда вы вывезли? На снегобазу, там временное хранение. Потом у нас на сегодня, с 1 января, мы заключаем договор с Мосводоканалом. Будем возить на снегоплавилу. 4, 5 и 6 января Люберецкая ДЭП работает в штатном режиме. Помимо уборки мусора и вывоза снега в зимний период, сотрудники предприятия проводят ямочный ремонт дорог. За последние 2 недели они заделали выбоины на улицах Красноармейской, Электрификации, Кирова и Инициативная. Луизия Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.